Так, проверяем минеральную воду. Напоминаю, что ОВП по стандартам ВОЗ должно быть как в норме минус 70 единиц. Но пока что мы не нашли таких показателей в воде. А pH по стандартам Минздрава в организме должен быть 7,106. Поэтому, чтобы пить, чтобы организм был достаточно здоровым, необходимо 5,76. Пить воду хотя бы с показателями семёрка. Здесь у нас 5,76. Не рекомендую пить такую воду. Наш организм без того достаточно закислен, чтобы пить еще кислятину и за это еще деньги платить. Выключаем и проверяем ОВП. Надеюсь, что окислительно-восстановительный потенциал хотя бы будет нормальным. Больше 140. 136, 134. 133, 132, 128, 129, 131, но он колеблется 128, 130, 134, почему-то то туда, то сюда. Ну, будем считать, что плюс 130 единиц.